Сегодня на заседании оперштаба обсуждали, как будут учиться в школах и вузах для школьников с 5 по 11 классы и студентов. Дистанционное обучение пока введено до 1 декабря. Предложено продумать вариант действий на случай, если школьникам и студентам придется оставаться на удаленке до января. На заседании обсудили также эпидситуацию в школах и детсадах. В Тирасполе за 3 дня закрылось 6 детсадовских групп, причем не везде карантин связан с коронавирусом. Сейчас время сезонных заболеваний. Полностью закрыты на карантин 3 детских сада в Бендерах. В Рыбнице из-за коронавируса закрыли 2 детсада и 2 детсадовские группы.